Na to? Да, да. 4, 3, 2, 1. Поехали. Локти сильно в сторону не расставляй. Нет. Per 10 a 2 calore. Ah, ho fatto un po'. Ho fatto un po'. Come fanno a fare un po' di legno? Ma fai. Ma fai. Ma fai. Ma fai. Вот получается, да, один проходит, а потом следующий, да? А курочка нужна, да, ведь пиши. Правильно, два. Сейчас тут нужно соревнование же много, куда один там. Я вот сейчас не знаю, что... Не, у нас тут, ну, в Козыле, а там на речке. Да, да, да. Не, ну у нас едет, там выезжала такая соревнование. Зачем на отборочном стартовании? Бежать первый, типа. Я там третий месяц. Речки, да? Ну, а Емеля же первый. Самое тяжелое тумбочка. Вот сейчас 20 калорий надо, да? Все зайдет. Thank you.
тебе комфорт на 1200, он так не готов 1200. Нормально, 1200. Две с половиной. Да? Да. Полторы минуты. Можно потом я быстренько 15 минут и мы уйдем, хорошо? 15 минут. Ну сейчас без 20 вроде бы, да? Успеваю. 10. А, ну, бля, ну может быть пока раз... Не просто понял, вот так надо, вот это все отрезок до мяча. То есть, в принципе, ничего страшного, если вы здесь даже проходите. 40 секунд. Оп, есть. Две минуты паузы. Я вот освободился и не набрал, он не берет. Что такое? Да, правильно. Пошли до мяча. Минута 15. Запрос про батареи выбросил. Окей, можно нажимать? Запрос про батареи выскочил. Окей, можно нажимать? Мяч вот так, где напротив бумажки делал. А? 50 секунд. Я, блядь, приехал домой, тут только сходил, пожрал. Хватит. Спидай, хочу с ними. Тридцать секунд. Ну, они не снимают, на соревнования. Не-не, сейчас 6 минут там. 20 мячей, 15 отжиманий и 50 двойных. И таких 3 раунда за 6 минут надо. Это же он получит. 4, 3, 2, 1.
Поехали. Ні, ну а чого тема? Тот, хто готується, може встати. Ну, можна чисто подійти серед одного. Так, теорія. Ніжка? Ні. Так, там теорія. Теорія, і вища, ти вірш теорія, можна так. Яка така книжка? Яка книжка вам можна подготовити? Вот эту книжку, типа, чим вам бухаю, чи дають. Маркете есть на всем на обстоятельстве. Там бывает название турнира, время, понял, все. Да. А, и она потом, когда ты снял, автоматически подтягивает, можно не помирать. Ну, она уже сразу, она сразу же он пишет с таймером. А, ты что, прикольно. Подкручивай замки. За замками следи. Шаг назад сделай. Шаг назад. Минуты. Замки проверяй. Ну, в понедельник тебе приходит. Так, я не останавливался. Там понедельник. У мамы день рождения. Мама, не мешай, не мешай. Ужин был хороший. Так? На разминке. Что это после 18? Рыжий ходит, разминается, по школе был хороший. Идет. Да нет, у него своя правая машина. Ничего, Стас, я не сильно умею. Да ему помню. А что? Все соревнование закончилось? Да нет, сейчас прыгнем. Ты же говорил, что хочешь это в профиле. Не торопись, не спеши. Полторы минуты осталось. Надо до скакалки дойти. Не разбивай мячи, за раз все делай сейчас. А, нужно это? Германию. А, он еще. А, все, это не помню. А видишь, Андрик уже вчера говорит, что он это же. Ты же ему говоришь, он говорит, да. Ну, новый час, типа, говорит, типа, один бой проведу, говорит, если он будет там, потом, типа, если возьму, то это нормально. Ну, то ты, типа, в возрасте, понял. Я
тебе скажу, что сейчас его ты Павловский, блядь, и выше! Выше! Павловский и Макс Розен, понял? Со Львова. Типа, сразу, сразу, сразу давай, 52 секунды. Понял, 95. Не пизды, ебать, что мама не говорит. А Павловский, да, блядь, он хороший, Трифон, я не спорю, ну без возраста, понял? Трифон, он подсушился нормально. Блядь, он Павловский просто, 80 по 90, блядь, с моего рождения. Пацаны, 2 метра ростом, ебать, вот такие банки, блядь. Последний выход вот в Кубок Украины, ебать, вот такой лист. А Роберт не прошел? Роберт не участвовал, на плеча. Павловский убивал того, что Роберт... 20 секунд. 20 секунд, да. Я не помню. 20. Ну, Павловский же, он был в легком весе перешел, да? Павловский же получил пиздец погреба в Украине. 10 секунд. Постоянно. Вы же высокий, и помню, как это в третьем бою, я его тупо включил, да, весь из этого, они его уничтожали, понял. 3, 2, оп. Тренер с Комсомольска говорит. А Павловский что это?